Привет, девочки! Привет! Я вернулась, вы рады? Да! Ура! Потянем сегодня подколенные связки. Да, ваши нелюбимые проблемные зоны. Не знаю почему. Сейчас проверим. У нее все. Ну вот видите, как хорошо, когда все супер. И красиво. Ну почему? Ты можешь? А ты можешь также только сокращенный стоп? Наверх, наверх. Так. И сложиться пополам. Вот когда сможешь, тогда будет супер. Ну давай проверим. Вот она мастер. А возьми все так. Сверху, да. И вот. Молодец. Вот все нам надо научиться делать точно так же. Для этого мы начнем просто делать складку. Сначала с натянутыми стопами. 10 раз. Приготовились. Ручки в стороны. Делаем с размаху. Каждый раз хватаемся за пяточки. И животиком ложимся. Двумя ручками. Поехали. И... Раз легли, два выпрямились. И два, и три, и четыре, и пять. Работаем над своим горбом. И шесть, и семь, и восемь. И за последним разом 9 закрепили и оставили 10. Лежим. Раз. Лежим, расслабляйте. Девочки, скажу секретик, если будете дышать глубоко, вдох через нос, выдох через рот, будет не так больно. Лежим, дышим. Раз. Вы же хотели йогу. Вот вам йога, пожалуйста. Они так полчаса сидят и дышат. Легли. Раз. Нет, йога это складочка. Лежим, я вас подавлю маленько. Лежим. Раз. Продолжаем складочку с сокращенной стопа. Легли. Раз. Нет, сокращенная, говорю, стопа. Вот здесь возьмись с двух сторон. Давай, хватайся. Ну, хватайся и держись. Больно. На тебе, значит, палку. Схватилась за палку. Колено прямое. Все. Держись, не цепляйся. Ну вы что, не дотягиваетесь, что ли? Все, лежим. Раз. Я падаю. Два. Арина, ну возьмись ты за стопу, за свою. Я падаю. Три. Арина. Не отцепляться. Тянется? Айдана. Ну тебя-то понятно. Арина, сильнее стопку, давай. Выше возьмись, под пальчики возьмись. Поднимай пятку, Айсура, значит. Ну, нет, сокращаем. Вот тут схватись двумя ручками. Держим, держим. Давай, давай. Держитесь, не цепляйтесь. Не знаю, я не засекала. Да, девочки. Да, конечно, она меня бьет. Ну, давай, Айдана, посильнее надо. Видишь, не можешь, поэтому коленки, коряшки. Когда сможешь, будешь красоточка. Кузнечиком будешь. Коленками обратно. Чего? Сидим. Так. Все. Хорошо.
Так, делаешь наклоны тогда, Арина. 30 раз пошла. Ручки вверх. Нет, с палочкой. Давай. Палочку. Раз. Да, до пола. Два. Раз. Тянем, тянем. Йогу хотели. Вот вам йога. Все, вот. А вот она вам йога. Так, лежим, сейчас я вас потяну маленько. Легли, раз. Все, лежим долго. Я засекла. Не знаю, дольше две. Лежим, лежим. Давай, Арина, за пятку хватайся. Можешь ты? Ты же правая нога, ты левоногая? Да. Ну ничего. Надо обе ножки тянуть. У тебя, смотри, бедро вперед ушло. Про бедрышки свои думаем, чтобы не было кривого шпагата. А вот у вас все ровненько, молодцы. Даже у тебя вот тут ровненько, молодец. Все, лежим, лежим, давай, ручки. На себя, на себя, на себя. Тянем, тянем. Давай. Схватила стопу наверх, наверх. Вообще. Алиса, если ты не захочешь, тебя никто не растянет, понимаешь? Все от тебя зависит. Лежим. И Арина тоже самая. Вон та, и ты тоже. Если вы не захотите, вас никто никогда не растянет. Оля, стопу сократи. Вот так дальше. На всех языках мира, пожалуйста. Так, еще 30 секунд, лежим. Ну, если смотрит, значит, интересно. Да, вот именно. Они все спрашивают, есть ли у вас инстаграмы? И раз. Давай, спинка все тянется тоже. Все, расслабились. Дышать, расслабляться. Ну, нормально, возьмите с руками. А, ну да, точно. Так. Ну, легли на
на животике и лежи. Две минуточки. Пальцы не оторвите. Пусть она тоже тянется, представляешь? Одновременно, встаньте тогда. Одновременно. Пять секунд. Она меня перевешивает. Пошли, поставили ладошки на пол. Раз, стоим. Стоим. Господи, ну Арина, ну все видят, что ты не ставишь ладошки на пол. И другая Арина. Поднялись. Два. Еще раз. И раз. Поставить полностью. Два. И раз. А Ульяна должна животиком касаться ног. Да, два. Все, кто может, пробуем. И раз животиком. И два. И раз. И копчик растягиваем. Два. И раз. И два. И три. И четыре по первой позиции. Оп. И раз. И два, коленочки прямые. Будем делать вот эти вот стойки. Будем потом. И раз. И два. И раз. И два. И три. И четыре. И Милана, раз. У тебя нет под коленок. Два. Что ты делаешь? Первая позиция. И три. И четыре. Вот так выворот на правой ножкой шагнули вперед. Четвертая позиция. Еще полчаса. Поехали. И раз наклониться. И два. Коленочки прямые. И раз. И два. Ну, давайте наклонились, стоим. И раз, расслабляемся. Но коленки только не сгибаем. Два. Расслабляемся. Три. Подняли. Два. Поменяли ножку. Левая ножка. Сначала понаклоняемся. Поехали. И раз. Два. И раз, еще переднюю ножку выворачиваем. Два, пошире можно шагнуть. И раз. И два. Да. И раз. И два. Можно пошире чуть-чуть ножки делать. И раз, коленочка. Обе коленочки прямые. Два, тянется. И раз, наклонились, стоим. Три. Оля, бедрышки прямо сделай. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Вот кто работает, тот у нас будет чемпионом. Семь. Восемь. Ну, передняя ножка. Дана, давай. Вдави рукой колено свое. Колено. Вот так, давай. Можешь чуть-чуть повыше вот так наклониться, просто ручки сюда. Но спинку выпрямить. 7, 8, 9, 10. Встали, потрясли ножки. Теперь правую ножку накрест. Все, наклонились. Раз. Ставим внизу. Тянем. Два. Ну, Милана, вперед ножку, блин, шагни, чтобы коленка выпрямилась. Три, ну, видите, ваше слабое место. Четыре, это левая нога. Пять, не надо поднимать.
6, одноножки 7, 8, 9, 10. Поменяли ноги. Раз. Наклонились. 2. 3. 4. 5. Арина, передняя нога. 6. 7. 8. 9. 10. Выпрямились. Правая ножка вперед на пяточку. Все ровно. Коленки прямые пошли, наклонились. Просто ровненько. И раз. Тоже 10 счетов. Наклонились. Раз. 7. Тянется? 8. Кого там не тянется? Кто там не ткает? Что сидим? Поменяли ножку. 10. 8. Но вы смотрите, динозавр велоцираптор. Вот она, динозавр. Тянем, тянем свои места больные. Поднялись. Одну ручку на коленочку, другую держим пальчики свои вверх. Любой рукой. Раз. Как он? Два. А что считает у нас за сетинос? Встань, встань. Ну, Милана, на опорной ноге мы сидим. Присядь. Ножку в себя убери. Ты чем вообще слушаешь, когда я объясняю? Смотри сюда. Вот так вот. Вот эта коленка торчит больше. Покачались немножко, повоздействовали на свои связочки. Марин, ну ты вообще мне тут стоишь, ничего не делаешь, горбушка. Нет, я стала. Все видели. Кто работает, кто нет. Нет, да. Поменялись? Ну, носочек наверх. Стоим животиком. Тянется? Еще коленку давим. Арина, рукой прям. Дышим. Дыхание помогает, чтобы не было больно. Можно громко дышать. Правильно. Только должен быть вдох через нос, не через рот. Нет еще? Все? Задача кинуть резко. Раз. Пошли. И раз. Резко. Замах. 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 И два. Да, резко. И три. Сокращенный стопой. Вот так. Стараемся пальчиками себе в лоб. И 4. И 5. И 6. И 7. И 8. А там что? И 9. И 10. Раз. Держим ручку. Сокращенной стопой. И 2. Рука в сторону натянута, неподвижная. И 3. Себе в плечо. И 4. И 5. Ну, порезче давай. И 6. Ну, резкость-то все равно должна быть. Вот так. И 7. И 8. О, тут у нас слева ноги. И 9. И 10.
два. Так, старайтесь удержать ручку. Ульяна, ты кидаешь высоко. Теперь следи за рукой и спиной. И три. Вообще, чтобы не шевелилось. Да, чтобы не было вот этого замаха. Все, держишь. И четыре. Еще, замри. И пять. И шесть. И семь. Восемь. И девять. И десять. И два. Добавь резкость, Алиса. И три. Да. И четыре. Фью. Сокращенный с тобой. И пять. И шесть. И семь. И восемь. Девять. Без полупальчик. И десять. Так, ну что, растянули себе под коленной связочки? Да. Устроим челлендж, и через месяц вы все будете делать складочки супер-пупер? Да. Нет. Но да. Ты-то делаешь. Ульяна, ты и так делаешь. Да. Обещаешь, обещаешь, обещаешь пополам сложиться. Нормально. Да, вот Алиса уже сложилась пополам. Да, почти. Да. Пополам. Ладно, пока. Все, пока. Подписывайтесь на канал.